Всем привет, с вами Наталья Маханева. Сегодня 24 мая. Продолжаем играться с дневником мешочника. Мешочками и с монгольскими карликами. Сегодня у нас появился такой тепличный защитный экран. Не будет ветра. Посмотрим, как они будут жить и поживать. Видео о том, как их делали, будет вставлено позже. Во втором мешочке тоже сейчас будем делать точно такие же экранчики. Вот и второе наше колесо дневник мешочника. Сегодня мы добавили сюда два новых монгольских карлика. Соседка дала. Вполне возможно, что они немножко отличаются от нашего сорта. Поэтому будет у нас для сравнения. Ну а наши во втором мешке, как обычно, еле-еле душа в теле. Поэтому очень надеюсь, что наш экран-парничок будет их еще больше защищать. Не знаю уже, правда, от чего. Но что-то им пока не нравится. И, как всегда, в заключение, монгольский карлик в парнике. Здесь им очень комфортно. Ждем уже, когда зацветут цветочки. Пока они меня больше радуют. Но эксперимент. Он и есть эксперимент. Выводы. Цыплят считают по осени. Выводы делают пока рано. Всем пока. Ставим класс.